турниру дали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего участие в соревнованиях приняли 156 спортсменов из 11 регионов страны – Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Подмосковья, Татарстана и даже Камчатки. Были разыграны 9 комплектов медалей в разных весовых категориях. Из сочинских дзюдоистов отличился Матвей Карась. Боролся он в весовой категории до 73 килограммов, где состязались 19 атлетов. За выход в полуфинал Матвей одолел за 2 минуты 40 секунд борца с Камчатки. Затем в полуфинале уступил по баллам спортсмену из Карачаева-Черкесии. Но реабилитировался в утешительной схватке за 3-е место и одолел представителя Адыгеи, завоевав бронзу турнира. Матвей Карась, воспитанник 10-й сочинской спортшколы, юноша уже неоднократно становился победителем и призером турниров различного уровня по самбо и дзюдо.